Наталья Александровна, что мы тут делаем? Мы тусуемся на улице опять, как всегда. Мы же любим тусовки. Любим. Вот, мы не боимся с людьми говорить о трезвости. Не боимся. Нет, вот мы сегодня о здоровом образе жизни заявим, что мы такие умеем все. Наше единство в нашей трезвости. А вдруг корабль? Что вы тут делаете? Стою. А почему просто стоите? С чего вы взяли, что я просто стою? У вас рука трясется. Что это вы ее трясете. Кто вы? Вы это не я. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Стоим. Почему просто стоите? Потому что просто стоим, ждем. Не холодно просто нет, стоять? Нет, спасибо. Отлично. Что вы тут делаете? Уходим. Шарики держим. Дана, что вы тут делаете? Шарики держу. Они одинакового цвета. Вау. Симметрия просто. Лера, что вы тут делаете? Стою. Игорь, что ты тут делаешь? Отстань. Нет, давай рассказывай, что ты делаешь. Вот говори все свои действия. Давай. Ты сейчас протягиваешь провод, чтобы... Я запечатлела этот момент. Сергей Геннадьевич. Я с Дарьей Сергеевной разговариваю. Привет ей большой. Магазин «Колобок». Я присягу принял еще в дальнейшем. Собираем Саратов молодой. Имею при тебе, будучи кадетом памяти и погон. Мне вот вдруг рассказывал, что памяти погон. Мне тогда один год был. Мне два. Потому что они в армии, короче, плат подметали лопатами. Это я рассказываю. Только учись. По этой аллее идти вниз к набережной.